А если ты голову просунешь, я могу тебя убить. Вот смотри. Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, King of Fire, стаканчик мог. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, самую офигенную рубрику «Аниматроники пугают охранника». Я буду играть за аниматроника, и у нас сегодня три охранника, которые должны максимально показать живучесть, потому что я буду сегодня неадекватным аниматроником. Если Петю кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Не успел! Я говорю, сегодня жестко будет, готовьтесь. Не успел. Давайте больше перерыв буду делать, потому что это прям жестко совсем. Успел. Вот это ты уже молодец. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень крутое, и вам это нравится. Успел. Не успел. А зачем вы дверь открыли? Вы же видели, я стоял. Классно. Так, пацаны, я иду к вам. Классный звук. Закрыли, молодцы, молодцы. Тишина. Страшно? Неадекватный аниматроник побежал. Успел, не успел, успел. А зачем вы открываете двери? Или вы одновременно нажимаете? У вас там несколько человек, да? Я понял, что вы путаетесь. Но это в этом есть прикол. Так, они с этого пака издают одинаковые звуки. Давайте возьмем где другие звуки. Идет, он стоит. Два режима, злой и добрый. Вот, я иду, я иду. Убежал. Чуть-чуть не успели или успели, не знаю. На монтаже посмотрим. Ребята, напишите в комментариях, успели они двери или закрыть, или нет. Мне кажется, немножко не успели, там была щелочка. Я через эту щелочку рукой их бах и затянул к себе. Слышно вам? Нет. Пока что. А вот так вот. Я прибежал. Золотой. Пирожков больше не продают. Идет музыка? Нет. А я слышу, музыка идет. Злой. Так, так, так. Хорошо. Пирожки уже не продают, уходите. О, Чика пиццы поесть пришла. А поделиться? Хорошо. Не? Вот, блин, надо было не двери открыть, они не хотят открывать. Хорошо, давайте, ребята, будем постараемся их обмануть как. Вы как-то не слаженно играете. Успел... Я просто буду бегать по кругу их мочить так. О, в этот раз не открыли, молодцы. Пойду на другую сторону. Я вас обманул. Что это? Это была обманочка. Это магия. Вы должны успевать закрывать. Это же как это, 600-я ночь. 500-я. Ладно, надо, можно было и успеть убить их. Может, реально быстрый аниматроник? О, он дрожит так. О! О, Фредди. Только какой? А вот этот, слышно звук вам? Да, слышно немножко. Иду, иду. Я
Ну, пришел. А видно меня через... А, блин, сильно близко подошел. О. О, вон стоит. Редкие кадры, аниматроник стоит в углу. Так, сейчас у меня есть анимация. Или нету? Вроде нету. Ты в бешенство вошел. О, вошел в бешенство. Так, да. Откуда ты знаешь, что это бешенство? Это очень злой режим. Это поломанный режим. А, я реально не могу двигаться в этом режиме. Класс. О, проснулся. Убежал. Так. А, блин, забыл! Так, пацаны, я вас сейчас обману. Это медленнее аниматроник, вы должны сейчас четко успевать. Не, не открою. Все, я побежал на, на другую сторону. Иди ты в углу. Видно, да? Ладно, хорошо, хорошо. Видно и отсюда. Сейчас мы... Так, давайте реально возьмем быстро, потому что шансов вообще никаких нету у меня. Пока Димас там бегает, у нас есть информатор. Кто такой информатор? Я его сейчас убью. Вашего информатора. Ну ты найди его. Думаешь, не найду? Нет. Я так ногой стою и делаю. Я же информатор. Я вижу вашего информатора, вот он. Я его наказал. Как-то. Да, хороший был человек, охранник. ВИЧ. Охранника ВИЧ. Нет. Привет, пацаны, шо вы тут? Нормально все? Извините, это просто дайте на радостях, что я могу вас смочить на спауне. О, прикольно, это сами звуки на карте, кстати, сделаны. Марионетка, по-моему. Да? Нет, это спринтрап, кстати. Спринг Бонни. Так, кто у нас еще из аниматроников? Эндоскелет. Ого, он быстрый! Вот эта скорость у него реальная. Я буду говорить, ребята, вам атака, а вы должны будете угадать, с какой же стороны я бегу. Нельзя сюда информатором ходить, никому нельзя. Все, я атакую. Не угадали. Вот это сегодня какой-то бешеный аниматроник. Реально бешеный. Нет, немножко плохая. Я атакую. Я вижу, вижу, челик идет. Я тебя вижу за ящиками. Это как-то сильно палевно, ты играешь? Так, и что ты будешь делать? Информатор. King and Fire, так, сидит на картофанах. Привет. Как дела? Так. А где у нас была, короче, Чика, которая классно танцевала? Сейчас мы их найдем. О, у нас же есть вот такие аниматроники. Я забыл. За маленького чилипиздрика. Пацаны, готовьтесь. За ноги буду кусать. Так, один вырвался на свободу. Надо его найти и наказать. Так, может он в туалете сидит? Я уже в комнате своей, ну да ладно. Я иду, я иду. Вот, блин, застрял. Да я в туалете уже. Ой. А, блин! Как-то странно он себя ведет. Да. Ой, я могу через окно тебя убить? Нет. А если ты голову просунешь, я могу тебя убить. Вот смотри. Прикольно сделано, я не должна через текстурку можно замочить. Эй, придавили башку! Кстати, у меня 750 жизней, помогите. Давай, 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 лупи, лупи, лупи. Эй, я прилип к двери, что ли? Эй, прилип к двери! Че за баг? Не катайте меня так сильно, меня сейчас тошнит. Эй, ну... О, спасибо, спасибо. Отлипейшн. Закрыть, закрыли.
Хорошо, давайте я буду вас убивать, когда я могу зайти к вам туда в офис прям. А, не успеваю, сейчас подловлю. Я же профессиональный аниматроник. О, видишь, не... Прощай. Отлично. Убил. Так, теперь я возьму, ребята, невидимого аниматроника. Это чайник ски. Это бэйби. А, нет, это Рина. Главное панику смотреть. Закрывайте. Слышно вам? Ну, не очень. Музычка. Перед дверью где-то стоял. Видно было, да, меня? Ты по никнейму увидел? Да, да. Отлично. Читы. Какие читы? Я невидимый, просто за дверью сижу. Давай, высуни еще голову через стекло, давай. Высуни. Я тебя убью. Красиво обошел. Нельзя тут смотреть, никому ходить. Побегу резко. А, прибежал. Давай, иди обратно, я сейчас резко побегу. Я убиваю всех сегодня. Да, сегодня охранники не такие, как раньше. Так, музычка. Ну чё, пацаны, вы признаете, что сегодня я самый сильный аниматроник? Или не признаете? Как это пока что? Напишите в комментариях, сегодня я жестко их мочу. Вроде бы и по-честному. Раз нет энергии, тогда одна дверь должна быть открыта. В следующий раз я буду так охранником играть, а один из вас будет аниматроником. Ну чё, давай. А ты, блин, я думал, вы все-таки с этой стороны откроете двери, и я красивенько проскочу. Да блин! О, убил, отлично! Пацаны, я вам помог. А ты... Ну что, самый мощный аниматроник выиграл сегодня. И я думаю, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!